Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы поговорим о легендарном истребителе F-16 Fighting Falcon. Этот самолет заслужил мировую известность благодаря своей уникальной маневренности, скорости и надежности. В течение более чем 40 лет он служил военным во многих странах мира, включая США, Израиль, Турцию, Бельгию, Нидерланды, Южную Корею, Пакистан и другие. История создания F-16 началась в 1960-х годах, когда американский военный воздушно-космический комплекс начал искать замену своим устаревшим истребителям. F-16 был разработан американской компанией General Dynamics, ныне Lockheed Martin. В 1974 году самолет был впервые выпущен в серийном производстве, а в 1978 году он впервые вступил в бой на Ближнем Востоке во время Ливанской войны. С тех пор было построено более 4500 экземпляров самолета. F-16 стал первым истребителем, который использовал приборы управления бокового рычага вместо традиционного штурвала, что значительно повысило маневренность самолета. Самолет F-16 был разработан как многоцелевой истребитель, способный выполнять широкий спектр задач, включая воздушный бой, бомбардировку наземных целей, разведку и транспортировку грузов. Он может достигать скорости до 2 махов, около 2500 км в час и имеет дальность полета более 4000 км. Одной из главных особенностей F-16 является его маневренность. Самолет оснащен высокотехнологичными системами управления, которые позволяют ему выполнять самые сложные маневры в воздухе, такие как крутые повороты и виражи. Это делает F-16 идеальным для выполнения задач по борьбе с воздушными целями, а также для атак на наземные объекты. F-16 оснащен двигателем Pratt & Whitney F-100 или General Electric F-110, которые обеспечивают достаточную тягу для выполнения маневров с высокой перегрузкой. Кроме того, самолет оснащен передовыми электронными системами, включая радар, систему наведения на цель и системы оптического и инфракрасного обнаружения. Самолет также оснащен мощным вооружением, включая пушку General Electric M61 Vulcan калибра 20 мм. Его вооружение может включать ракеты воздух-воздух, ракеты воздух-земля, бомбы и другие виды оружия. Это позволяет F-16 выполнять широкий спектр задач, от защиты воздушного пространства до поддержки наземных операций или борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Одним из главных достижений F-16 является его долговечность. Самолет был создан для длительной эксплуатации и способен продержаться в воздухе на протяжении многих лет. Кроме того, F-16 является одним из наиболее экономичных истребителей в мире. Самолет имеет небольшой вес и компактные размеры, что снижает его затраты на топливо и обслуживание. Более того, благодаря своей надежности и долговечности, F-16 может оставаться в эксплуатации даже при минимальных затратах на обслуживание. Одной из ключевых особенностей F-16 является его маневренность. Благодаря высокой тяге двигателя и эффективной системе управления, самолет способен выполнять самые сложные маневры, в том числе обгонять и стремительно подниматься вверх. Это позволяет ему выйти из боя с вражеским самолетом или защититься от его нападения. Кроме того, F-16 обладает высокой степенью автономности и способен выполнять миссии в автономном режиме. Это позволяет ему оперировать на больших расстояниях от базы и выполнять задачи в условиях, когда другие самолеты не способны лететь. В настоящее время существует множество модификаций F-16, которые разрабатывались в разных странах. Эти модификации отличаются друг от друга по размеру, весу, мощности двигателя, типу вооружения и другим параметрам. В зависимости от своих потребностей, страны могут выбрать наиболее подходящую модификацию F-16, чтобы выполнить свои задачи. Также стоит отметить, что самолет F-16 продолжает развиваться и совершенствоваться. В ближайшие годы его модификации будут оснащаться новейшими технологиями, включая беспилотную систему управления и электронные боевые системы нового поколения. Самолет F-16 является одним из самых успешных истребителей в мире, который продолжает активно эксплуатироваться не только американскими ВВС, но и во многих других странах.
Всего было выпущено более 4500 самолетов этого типа, и сейчас они находятся на вооружении более 20 стран мира. Можно сказать, что несмотря на то, что F-16 был создан более 40 лет назад, он является одним из самых важных истребителей в истории авиации, который продолжает оставаться на переднем крае технологического прогресса. Его универсальность, маневренность и автономность делают его незаменимым оружием в военных конфликтах и обеспечивают безопасность многих стран мира. Мы надеемся, что вам понравился обзор легендарного истребителя F-16 Fighting Falcon. Мы стараемся собирать для вас самую интересную и актуальную информацию. Будем благодарны, если вы подпишитесь на наш канал и поставите лайк этому видео. Также напишите в комментариях, о чем вам было бы интересно узнать. А мы пошли делать следующее видео для вас. До скорых встреч!